вам такое? Ой, сколько подвязок тебе. Здесь цветы, в первую очередь, наверное. Цветы вам. Спасибо вам. Поздравительные. Поздравления от президента нашего. Сегодня поздравление с 95-летием принимает Александра Ивановна Прилепина. Поздравительные адреса от президента Владимира Путина, губернатора Андрея Воробьева и главы муниципалитета. Сейчас Александра Ивановна живет вместе с дочерью и зятем в Солнечногорске. Есть внуки. Родилась Александра Ивановна в Калужской области. В годы Великой Отечественной войны работала на заводе. Воспоминания тех лет в этой семье хранят бережно и передают через поколение. Немцы прямо в деревне были. Дом их сгорел. Вот она видела и немцев, и как дом их не порушился. Вот работала она на заводе, на военном. Было, говорит, что очень тяжело. Работали там сутками вообще, и домой почти не отпускали. Мой отец... Мамин муж, он из Солнечногорска, мама из Калуги. Руководитель администрации городского поселения Солнечногорск Рушан Мирсадыров за этот месяц не единожды наносит визиты с почетной миссией поздравить ветеранов. Кажется, есть поговорка о том, что у хороших людей даже дни рождения рядом.